горох Рокет, предшественник. Здесь у нас яровая пшеница. А здесь у меня различные нормы высева. Кстати, горох я брал от Улагритокса. И меня устроил этот эффект. Конечно, между делянками что-то присутствует, и хвощ присутствует, но в целом в самом посеве как бы горох уже все закрыл и справляется с конкурентами. Итак, здесь у нас нормы, различные нормы высева. Здесь у нас 1 200 000, это где-то 300 килограмм на гектар. Следующая делянка 1 100 000. В целом я так отличий не нахожу. Горох, кстати, уже начинает цвести. Ну, единичные цветочки. Вот это 1 000 000. 1 000 000 это наша как бы золотая середина. С такой нормой мы получаем самые высокие урожаи. И высокие стабильные урожаи. И в целом придерживаемся всегда 1 000 000. Немножко здесь вот в экспериментах попытались загустить, но в то же время от загущения никогда не видели как бы высокого результата или какую-то прибавку. Так, это 1 900 000. 900 000 тоже как бы у нас также мы используем в производстве. Такую норму 900 000 000. Такая вот у нас норма. 800 000 штук на гектар. Так горох выглядит. Немного уже, ну, видно уже, видна уже изреженность. Ну и 700 000, потому что меньше я не стал, там нет смысла, так как горох уже не может противостоять и сорнякам. И, кстати, здесь видно, что местами, там, где пусто, начинает атаковать сорняки, потому что действие гритокса, оно кратковременно только на тех, кто присутствовал в момент нанесения препарата. Так что вот такой вот есть эксперимент. Горох сейчас себя очень хорошо так чувствует. Скоро начнет свисти. Всем удачи!